Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Друзья, монетные дворы Советского Союза чеканили монеты вплоть до самого распада СССР. Государственный банк не прекращал свою эмиссионную деятельность. Причем ему в затылок уже дышал созданный накануне Центральный банк. И среди многообразия советских монет нумизматы выделяют самые обычные, рядовые, нечастые, редкие и суперредкие, как многие говорят, экземпляры. Иными словами, раритеты. Да, надо отдать должное тому, что большая часть монет СССР – это недорогие экземпляры, которые может собрать начинающий коллекционер. А ведь в этом и есть прелесть данных монет. Однако на протяжении долгих лет нумизматами были найдены и классифицированы редкие разновидности и браки, которые стоят приличных денег. И не нужно говорить, что ценными являются только старинные царские или античные монеты. Зачастую огромных денег стоят и те монеты, которым по 30-40 лет всего. И это правда. Друзья, в сегодняшнем обзоре мы рассмотрим замечательный рубль образца 1991 года. Эта юбилейная монета была отчеканена в память о советском композиторе 20 века Сергее Прокофьеве. Тираж данной эмиссии составил 2,5 миллиона экземпляров, в том числе 350 тысяч штук было отчеканено в качестве пруф. Пруф – это монеты, которые чеканят в улучшенном качестве, зеркальное поле и матовый рельеф, специально для коллекционеров. Цена обычной монеты 100 рублей, в пруфе 200. А теперь давайте рассмотрим поближе эту монету. Казалось бы, точно такой же рубль 1991 года с Прокофьевым. Но нет, на реверсе монеты допущена существенная ошибка. Посмотрите на даты жизни композитора. На данном экземпляре отчеканены года 1891-1952. А ведь правильная дата 1953. Друзья, это ошибка монетного двора, которая очень ценится у коллекционеров. На сегодняшний день известно 5 таких экземпляров. Стоит раритетная монета с неправильной датой 800 тысяч рублей. Неплохо бы найти такую среди своих советских запасов. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.